Вечером 2 января парк «Скитские пруды» стал местом притяжения всех, кто неравнодушен к фигурному катанию. На катке давали ледовое представление «Царевна-лягушка». Постановка фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышова. История про трех сыновей, запустивших стрелы на счастье, известна каждому. Ее ледовое воплощение оказалось ярким, летящим, скользящим, одним словом, волшебным. Сказку на льду воплощали 30 фигуристов, среди которых именитые и воспитанники школы Татьяны Навки. Тренировались где-то по 3 часа в день с детками. Да, это кропотливый труд, но все делали с настроением, с удовольствием большим. Вот. А так в неделю детки тренируются 6 раз. По 2 тренировки ледовых плюс 1 тренировка в зале. Знаете, мы все делаем с большой любовью. Наши детки рвутся выступать на ледовых шоу, особенно таких сказочных мероприятий, как «Царевна-лягушка». Все детки принимают участие по очереди, вот, и поэтому не проводим никаких отборов. Все, кто желает, кто может выступать в нашей школе, те выступают, кому есть 5-6 лет, и кто выполнил определенные нормы по разрядам. Создание ледового представления – работа кропотливая. В новогодние праздники артисты дают по 2 представления в день. Честно говоря, видя шифоновые рукавчики костюмов, диву даешься, как не мерзнут они, катая часовую сказку. Приходилось как-то и кататься при минус 35, если честно, и поэтому минус 5. Ну, мы адаптированы, в принципе, к морозу. То есть для нас это, в принципе, комфортно. Мы же все равно, мы же не просто стоим, мы движемся, и, естественно, как бы мы согреваемся, и когда хорошая публика. Публика действительно очень тепло принимала постановку. Впрочем, как и большинство мероприятий, что проходят в парке «Скитские пруды». У меня есть время, мы приходим сюда, гуляем. Местом у нашего отдыха это стало однозначно, потому что с детьми мы выбираемся и стараемся посещать вот именно такие мероприятия. Не, мы только пока только сегодня приехали еще, нигде не были, вот только сюда. А первый визит новогодний в Сергиев Посад или это уже стало доброй традицией? Добрая традиция, каждый год приезжаем. Я всех также поздравляю с наступившим Новым годом. И желаю в новом году здоровья, счастья, исполнения желаний. И, конечно, мы будем стараться исполнить и ваши желания, чтобы наш парк «Скитские пруды» все больше был интересен для вас. Спектакль «Царевна-лягушка» в постановке Татьяны Навки и Петра Чернышова прошел в рамках проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье». Оксана Мирошникова, Михаил Климов. Программа «События».